Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на Марафон Бет, где каждый день вас ждет 1000 событий, трансляции матча, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. Марафон Бет. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Здравствуйте, меня зовут Софья Тартакова. Вы можете оставлять свои заявки мне в директ. Почему-то вбивала Билайн роуминг. Дальше я вбивала Криштиану Роналду. Какие-то они все маленькие, коротконогие толстушки. О, сериал «Друзья». Мы в Дудя смотрим. Тебе еще интересно, нет? Да. Неправдоподобно. История моего браузера. Я клянусь Safari, что я не чистила историю браузера перед нашей с Димой встречей. Сайт juniortennis.ru. Это сайт, точнее, у них есть даже журнал Junior Tennis. Он не продается, а ребята раздают его. Я там туда написала материал, интервью с Дашей Касаткиной. Мне было интересно, какие они фотографии подберут. Дальше я вбивала Криштиану Роналду. Наверное, мне нужно посмотреть, сколько у него золотых мячей. Вообще, он в Марокко часто ездит, поэтому ничего страшного, что девушка вбивает его. Почему-то вбивала Билайн роуминг. Я была в Милане в это время, наверное, точно. Я выбирала себе свадебное платье. Потому что здесь только коллекции там 14-15 годов. Причем девочки в России зачастую выбирают платье, я это называю платье-торт. А у меня будет свадьба на море, и мне нужно было что-то такое прям открытое. Показать не могу. В июле покажу. Самое странное приложение, которое у тебя остановлено? Это приложение, которое управляет роботом-уборщиком твоим. Мне папа, по-моему, на 8 марта подарил робот-пылесос. Его зовут Вася, кстати. Вася иногда очень тупит сильно, поэтому это приложение спасает. Но это бесполезная вещь? Слушай, ты сидишь, пьешь чаечек, а Вася там засасывает, сосет. У него бывает какое-то невероятное желание засосать все провода, которые есть дома. История моего браузера. На ВКонтакт я заходила в свой контакт, читала какие-то сообщения. Можешь лайкнуть мне фотку, плиз? Лео Сол. Лайкаем? О, сериал «Друзья». Сейчас мы на 3-м сезоне, на 5-й серии. Самый любимый персонаж в «Друзьях»? Я Моника. Женщина с индейкой на голове? Да, да, я Моника. Nice try. А, сдавала анализы около метро Биберева. Инвитро, взять крови, мочи, кала, узнать цены. Вбила шоу «Холостяк». Ну, я девочка. Мне можно. Желаю удачи всем вам. Причем там смешно, там такие девочки, да? Но они выглядят достаточно взрослыми. Мила, Нижний Новгород. 21 год, и у нее уже там ребенок есть, она выглядит так уже очень солидно. Я думаю, какой Егор Крид. Тебе еще интересно, нет? Да. Неправдоподобно. Посоветуй нам какой-нибудь классный Инстаграм. Я очень люблю Машку Командную в Инстаграме, она очень активная. Командную я прям вот рекомендую, у нее классный сторис. Еще я подписана на фотографа Татьяны Иванова, она снимает очень красивые фотосессии, девочек голеньких тоже. Мне кажется, это здорово. История моего браузера. Мы в Дудя смотрим. Самый любимый гость. Серебряков, наверное. Повтор будет хуже оригинала. Почему не там, потратить свое время на то, чтобы сняться в чем-то? А моя жена говорит, что лучше оригинала. Кто прав? У меня папа с ним много работает. У меня папа фильмы снимает. Все пишут там какой-то чиновник, не чиновник. У меня папа человек творческий, он актер. У него был кинотеатр, он занимался кинотеатром 35 миллиметров. Он работает в компании Мосттелефильм, но ни для кого не секрет. Он продюсирует и снимает телевизионные фильмы, проекты. Не понравился тебе кто в Дуде? Я вот этих рэперов не могу досмотреть. Фейса, Скриптонит, мне было тоже так. Тяжело слушать, честно. Я как ханжа, да, сейчас? Очень люблю женщин, в принципе, как душевную организацию, как все подряд вообще, не только тело, допустим. Но есть сучки, есть... Последние ведущие Матч ТВ снялись для обложки журнала Playboy. Я вообще не думала, я сразу согласилась. Ну, блин, это интересно, мне кажется. И мне очень понравился фотограф, который с нами работал. Его зовут Амир. Он сириец с сербскими корнями. Он снимает в основном голых, обнаженных девушек. Это было очень красиво, и как-то я доверилась ему. Поставь нам напоследок какую-нибудь песенку. Я знаю. Есть такая певица
Муся называется. Я ее фанат, Татибадзе. У нее есть потрясающая песня «Танцуй, Виталик». Помню, мы встретились на танцах. Ты был по-модному одет. Только не надо снимать, как я танцую.